А кстати, у Санька-то паза, по-моему, у нее третья есть. Да, ну, похоже, все есть. Вот Апаза, да, был. Саня просто играть на нем не умеет. Я видел, как Саня на нем играть не умеет, Да, ребят, значит так, Е3, Е5, это вот здесь, Е5 сотку толкаете сразу сюда, один бас сразу вот так руголя дал, он вернулся вот сюда, в кусту тут встал, вот это вы спасешь, две арты сюда, вот сюда, сразу сотка здесь, второй бачат и 140 вместе вот сюда понаглее, значит, сотку доталкиваете вот так, и рашите вот сюда, давите до без остановки. Е5 один спит, а нет, проснулся. Все, Яга, мы прячемся так, чтобы с города принимать. Не, назад, назад, Санек, назад. Я сейчас еду, сейчас еду. Вон, бат идет. Саня, Саня светит. Все, ломайте бачата слева. Он не успел светануть, походу, никого. Надо ломать его. Ломайте, ломайте его сразу. Пока не успел светануть. Все, Топаз, вот здесь, вот куст, вот здесь. Вот здесь. Ты стоишь, не двигаешься, не стреляешь. Да ломайте, ломайте бата слева, ребята. Не дайте уйти ему. Только основная масса не спит, пацаны. 140. А чё 140 не пошел? Да он все убит. Стреляю. Бата прикройте, куда же это будет? И пятый за сотки угнаться не надо. Вон, перейди сюда подальше, чтобы отсюда... Так, 140, возвращайся вот сюда, прячься. Сотка, дальше иду? Да, ребят, вы вот сюда поджимаетесь, вот сюда поджимаетесь, вот здесь. Только туда не высовывайтесь. 140 возвращается и прячется вот здесь, вот в этом кармашке. Топаз, ты вот этот выезд, вы видишь вот этот? Нет. Перекати, чтобы видеть его, главное. Колбаса, сотка. Может, ему вот в этот куст встать? Там и вот это видно, и это видно. И да? Вот это. Ну давай. Просто... Ну они в городе, тут движуха есть. Ну все, пусть. Ребята, вот тут аккуратненько стоим, если что, принимаем. Арта, парни, вот здесь еще раз рассказываю. Если они пойдут отсюда давить, вам надо откатиться назад, чтобы наша арта работала по ним. Они будут в болоте, они неподвижные, им арта ихняя помогать не будет. А у вас надо играть на арту. Ваша задача оттянуться назад. Сотка впереди стоит в лесенке. Они сзади все, впереди ее. И если что, вы за нее прячетесь. Е5 откатываются, затягивают их в болото, чтобы они залезли за вами в болото по две наши арты. Саня, ты в городе здесь проезжал? Да, я вот так вот прошел. Ну все. Все, пока стоим, играем на нервах. Подсветить не надо здесь. Я смотрю, на карте можно рисовать, у нас практически у всех это модик стоит. Я вижу вот этот квадрат, вот этот квадрат. Арта, да, вот этот куст ништяк. Так, смотри, чтоб тебя вот этот не спалил. Он не спалит, там если маскировка вкачана, ему надо близко подъезжать. Там, чтобы Саню спалили, впритык надо приехать практически. Да. Здорово, Сам. Здорово. Здорово. Привет. Они в город даже не входили еще. Не-не-не, там по городу они катались уже. Да там чуть-чуть каталось. С города рандомер просто там.
Этот, бачат слева, который вот здесь у нас. Нормально у тебя там, не палишься, не светишься? Нет, выезжаю, не свечусь. Ну они что-то вот сюда вот стреляют, блайдами. Ну пускай. Я говорю, а тебе покидать 8-9? Я кидаю, уже третий снаряд ушел. Кидайте, не, пока никто же не против. Там вот домик акустик есть, хороший. Хотя если стоял, батя бы с этого. Попал в кого-то вот в этом квадрате. Вот тут в кого-то попал, блайндом. Ну-ка, трасс кинь. Табат кидаю. Здесь светит табат? Нет. Артака, да? У них вот тут светляк стоит, я в него попал. Убей его. Да я даже фиков знаю, куда я стрельну. Чё, это танк не отрисовывается, когда попал? Я Суртухана бросил, отобразилось, попал, отъехал, у меня лампочка загорелась. Он стоит на углу, вот здесь вот, и светит вот этот угол. У меня сразу лампочка загорелась, когда я в были. Так, ребята, смотрите, а кто смотрел, это активный клан или слабый? Такой же, как мы. Значит, смотрите, как будем действовать. Значит, мы еще стоим. Останется минут 6, там 5. Вот эти танки, вот этот танк. Мы идем в город, начинаем отсюда давить. Арта сразу синхронно передвигается вот сюда. И сводка вот сюда. Вот сюда в город вообще не смотрим. Когда мы доедем вот здесь, либо что-то, какое-то сопротивление сильное встретим, да, и будем видеть, что нам пиздец. Вот эти танки все выкатываются. Вот здесь встает сотка, за ней прячется бачат и один Е5, и еще один Е5. Все остальные вы придете. Во-первых, один Е5 вот сюда прыгает сразу, или два забирают вот тут, остальные идут без остановки вот сюда давить. Вы не остаетесь на захвате, вы идете, остается на захвате сотка, бачат и один Е5, которые прячутся за Е100. Первоочередная задача — это снять, конечно же, арту. Увидим арту, сразу ее рубим, чтобы она не сбила захват. Все, вы просто как живым щитом просто идете. Арта сразу вот отсюда перекатитесь. Ну, можете даже вот в этот квадрат, станет арта вот в эти квадраты сводиться и не давать вообще. Все, что попытается приехать к нашему захвату, короче, надо все положить. Вот, короче, пока стоим, если что, ну, они никакие действия не будут предпринимать, значит, мы тогда будем действовать таким образом. Они по городу проходят. Это хорошо, что они по городу проходят. Богдан, слушай, а если... Нет, я думал, раз Антоха светится, может ему светануться, а потом развернуться и как будто назад уйти. В город всего один танчик закатился. Ну, пускай. Я про то, что раз он светится... Во-во-во-во-во! Артас, ну-ка снимай его. КТМ и разбился, я точно. Ай, яга косой. Там мараш, их много. Стоим пока, без паники. У них куча СТ, короче. Я понял, нормально. Они вернутся успеют. Главное, отпусти их. О, нормально, арта работает, нормально. Арта, переезжай после выстрела, только чтобы не сняли. Сейчас понятно. Светанулся, Антон? Нет. Вот здесь много танков стоит, стреляется. Да. Нормально. Все нормально пока. А бац, стреляет вот этот в кишке? Нет. Он, блядь, понять не может, откуда его светит. Так он там и дулом вращает, пиздец. Ну, близко еще подожди, блядь, сжать, что туда не кидай, я бы ему сейчас присунул, нахуй. Ну, он стреляет не начал по кустам. Арта рандомит по всем кустам, нахуй. Яга, ты что, светишься, что ли? Да. А чё так мало? Все четверо отстреляли. Мы будем знать, где этот хуй стоит, и просто туда потом кинем.
Он оттянулся вот сюда, вот повыше. Базу они не светят. Что? На базу у них света нету, на круг. Вот здесь чисто, а вот этот угол чистый. Ну все, это нормально. Пока стоим, пока стоим. Бак в центре КД? Но нам надо, когда мы пойдем на захват, плюс на кишку, кишку перекрыть. Ай, не попал, блин. Я тоже не попал. А вот мы с тобой две ПТшки косорылы. А у меня это, в землю снаряд. Ну, вот так. А я на упреждение маленькое сделал. Нет, я прям, он прям в него прилетел, только в землю. Вот, ну. Такой фугас поставьте, сразу в кучу кидайте. Что, время 5 минут, пора, нет? Еще чуть-чуть стоим. Смотрите, вот этого бата сейчас будем чукать. Короче, когда выступать будем, 5 секунд, еще 30 секунд ждем. 30 секунд ждем, останется меньше 5 минут. Вот эти танки начинают движение вот сюда. Вот это 140, вылазишь, короче, поджимаешься к вот этому бату. Вот этот бат сразу... Хотя нет, наверное. Бат, ты вот этот видишь его, вот этого бата? Конечно. Все, отлично, сейчас начнешь его пиздить. А, Саня в свете. Все, стреляй, поехали, Яга. Вон впереди танки, стреляем. Е5-е поперли, да. Сотка боком, за тобой последний прячется, остальные вперед. Поехали в кишке бата мочить. Там и бат, блин. Давай. Один за соткой прячется, остальные вперед, даже двое. Давай, 907-го вырубаем вот этого. На кишку, один бат ушел. На дальняк, смотрим на дальняк. На верхнюю пачку. Че, не дай сбить. Бля, сука, кидают оттуда, бля, бьют. По 40, надо нагло пройти. Нет. Арту, засветить их, бля. Да какой меня убьют сразу, там же куча эспектов. Давайте. Все, и пятые, вот эти ребята, вперед идите, не стойте. Не дайте даже возможности засветить им, блин. Вот да, эти... Бат, один Е5 останься, бата будешь встречать. Да, вот этот Е5 останься, бата встречать. Арта вот сюда по возможности накидываем. Все, они пойдут. Батик, спрячься за меня. Арту убить! Да не сечу. Арту снять! Пофиг на танки! Арту убейте! Танки уже их не доедут! Сбить можно. Арта за... Мы не достаем арту. Ага. Она далеко от нас. Все, нормально, все. Все сработало. Да, в одного попал, другого. Все, нормально, молодцы. Пиздец, ноль дамага, ебаный. Затащи. Ноль. Эй, я только разошелся. Зато 2200 сдержал, блядь. Кстати, Бальтик вовремя отошел назад, когда... Да. А я специально отошел, потому что я же не свечусь, что мне там стоять. Арта кинет по всем сразу, даст и все. Ага, кстати. По 140-му, 907-му и бату их светил я. Кто по ним стрелял? Мой засвет был, прикинь. Да, по 900.